руководитель Германии ведет себя как шизофреник. Он ведет так, что даже я не понимаю, не как руководитель государства, ему не интересны мировые правила. И мы сегодня воюем не против Украины, против бандеровцев, мы воюем против НАТО. НАТО их вооружает, Запад вооружает их наемники там. И поэтому нашему государству нелегко, но это очень хороший опыт. Мы докажем, что еще раз, что Россию нельзя победить. Нас объединяет наш президент, его правильная политика, его истинное служение нашему государству и народу, и то, что он принимает правильные решения, вначале некоторые не понимают, но в последующем всегда это бывает самое правильное. Это же смешно, моя жена и замужные мои дочеря никогда не участвовали в политике, нигде не работали, и все-таки они вели против них санкции. Абсолютно нам было смешно, у меня 14 детей, остальные возмущались, почему против них ввели санкции, а против нас нет, и они даже...